Всем привет, это разъёбанный вояж, день 3! Это ёжик себя? Господи, он шевелится. Да, у него все иголки отдельно шевелятся. Ого. Давай покажу. Я реально думала, что это не живой. Видишь? Да. А можно его потрогать? Они прям острые? Да вот так прям возьми, вот так. Не бойся. А писать ты потом на меня будешь? Ланка, возьми ежа. А вот там клюв у него. Возьми руку. Руку прям поставь, не бойся. Капец, он каждой иголочкой может шевелить? Да. И вот когда ты на него наступаешь, вот ты так наступаешь, эта иголочка ломается, и она в тебе как заноза, короче. Видишь? Офигеть. Прикольно? Так нет, а серьезно? Это Ланка впервые в жизни. Ланка впервые в жизни видит морских ежиков. Добро пожаловать, Ланка, в морскую жизнь. Сами собирает нам завтрак. Я, короче, ловлю морских ежей. Так, вот еще один. Держи. Все, смотри, сколько их. Так, я принес ребятам, наловил морских ежей. Сейчас мы будем делать массаж. Пойдем, Паша. Ого. Знаешь, этот баклан, когда... Спугнули. Спугнул, он улетел. На меня же не пушка. На тебя. Переворачивайся. Не надо. Не надо. Не надо. Это прикольно. Блять, ну это пиздец. Я вообще не люблю эту хуйню. Я вообще эту хуйню. Блять, ты еще будешь сажать телом? Блять, нет. Хочешь? Я уже не боюсь, вот этой хуйни жал, блять, а боюсь его. Ладно, хуй, только можешь быстро выставить? Типа, на 5 секунд. Да, давай. Блять. Здорово, да? А чего? Он как-то кусается, нет? Никак он не кусается. Это просто... вообще поднялся. Он вот этот ползает, а этот поднялся. Слышу. Просто будет ползать на тебя. Это ебейший спал. Так, ежи на самом деле... Ядовитые, да? Да нет, если вы не знали, ежи на самом деле передвигаются. Они на своих вот этих иголках. Конечно, могут на ней ежи, он не будет, блядь. Они могут ползать. Да, Паша, ты им не нравишься, походу. Так, все, извините. Ну на, возьми в руки, посмотри. Их можно брать, они не страшные. Бери, не бойся. Никогда не кусается вроде. Дай мне тоже парочку. Я тоже хочу такую же. Вот, их можно жрать, но они невкусные. Вкусные зеленые, короче. Если найдете зеленых морских ежей, они с маленькими иголочками. Вот их разбиваешь об камень. Если ты наступаешь на морского ежа, то, соответственно, вот эти вот иголочки обламываются и остаются у тебя в ноге. Мало приятного. И ты обламываешься. И ты обламываешься, да. Потому что это как заноза, только которая такая, типа, с биооружием. Рана у тебя начинает неприятно опухать, гнить, ты не можешь эти иголочки достать. Все, выбрасываем. Можем одного поломать, посмотрим, что внутри. Не надо, пусть компашка дальше тусуется. Все, ладно, компашка. Давай поломаем. Это зубы? Это вот зубы у него, да, смотри, вот эти вот. Все, выбрасывай. Скажи морскому ежу пока. Пока. Пунш приготовил нам завтрак. Да. Это омлет. Серьезно, ты взял омлет на айране? Да. Нет, он соленый. Серьезно? Да. Тут соленый и охуенный. Нет, тут он с кем вообще базарной. Офигеть. Да я говорю, айран, пиздец. Айран унесем с собой в Москву. Я, короче, подумываю открыть в Москве там айран вот у этих же поставщиков. Если вам, подписчики, нужен айран, я не знаю, есть вообще такие вы там. Но если вдруг нужен, ставьте лайк, комментарий. Пиздец! My name is Sam Polivianny and this is... Плавание за яхтой. Держи.
Подожди, Пашок, а ты куда собрался? Вторым. А что, можно вдвоем, да? Да-да, прыгаем, поймаем. О, привет, Анна. Мы сейчас плывем за яхтой на веревке. Яхта идет под парусом. Эй, I'm coming, я к вам. Это образовательная минутка с Сэмом Полывянным. Знаете, почему раньше мерили скорость в морских узлах и вообще как к этому пришли? Слушайте сюда. Видите, веревка за нами тянется? На ней раньше, короче, узлы навязывали на определенном расстоянии. И в зависимости от того, сколько узлов всплывало, определялась скорость. Типа всплывает 2 узла, 2 узла, всплывает 3 узла, 3 узла, 10 узлов. Типа, ну, когда быстро идешь, веревка ж поднимается. 10 узлов. Образовательная минутка во влогах Сэма Полывянного. Живите и учитесь. Зацените, мы пришли в топовый яхт-клуб. Теперь это наш яхт-клуб. Тут можно фотосет провести, офигенный. Смотри на фоне вот этих домов даже, да? Вообще, ну, супер декорация прям. А вон куропатки, смотрите, вон они, видите вдали? Так, ты куда первым делом? Да не, я узнаю по углу. Ланке в жизни больше ничего не надо дать? Так, сейчас приготовься. Excuse me, how much is this? 65 лир. 65 лир. Спасибо, брат. How much? Плоский такой камушек, как мыло, знаете? Да, вот это идеальный. Там никто не ходит. Если у нас будет стеклянный бутылка. Бля, нам не пахнет. Не пахнет жарко. Лаком матрос. Удивительница ты? Да. Да?